Девчонки и мальчишки, всем большой привет! Я уже была сегодня на приеме у врача. Немножко, так знаете, как испугалась. Вот выдали мне кучу целую клиники. Буду сдавать ее каждую неделю, начиная с завтрашнего дня. Доктор взяла мой номер телефона. Мы будем с ней теперь на связи, на очень такой плотной связи. Из-за того, что у меня низкие очень лейкоциты, за мной будут сейчас наблюдать, сказали, минимальный контакт, быть очень аккуратной. Ну и опять же, чтобы я не забывала, если вдруг у меня заболит сильно горло, чтобы я сразу приехала или в больницу, или в поликлинику к ней, и они меня сразу определят в больницу. В отдельный бокс. Меня нужно держать в отдельном боксе, потому что мой организм не защищен, скажем так. И если упадут лейкоциты, то санавиацией будут заказывать для меня лейкостим. Вот такие, ребята, дела. Надо как-то продержаться до 15 июня. Дожить до 15 июня, скажем так. Максимально безопасно. Вот такие новости. Завтра с утра иду, сдам кровь. И все, и будем на созвоне. Доктор посмотрит, какие у меня будут лейкоциты. Если все нормально, не будет звонить. Если же ей что-то не понравится, то сразу же позвонит мне. Так что, ребята, максимальная безопасность, минимальный контакт. Буду беречь себя. Вот такие дела. Видите, очень редко такое бывает. Ну, сказали, что я вот, не знаю, одна из тысячи, наверное, или больше, у кого вот так вот лейкоциты упали. У нас сегодня потеплело, ребята, потеплело. 15,5 градусов, даже не верится, прямо как лето. Здорово. Сейчас поедем домой. Вот я на прием съездила. Теперь у меня Дима в 2 часа идет зубки лечить. Потом посмотрим, чем займемся. Так что мне только показан лес, 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 где меньше людей, но свежий воздух, ребятки. Вот такие дела. Мне приятно было вас увидеть, мои хорошие. Я вас всех обнимаю, всех целую. Желаю вам всем прекраснейшего настроения, замечательного самочувствия, чтобы у вас здоровье было крепкое, прикрепкое, чтобы жили все долго, счастливо. Ребятки, не болейте, не надо болеть. Все будет обязательно хорошо. Впереди лето, все будет замечательно. Но загорать мне, к сожалению, нельзя. На солнышке мне быть нельзя. Вот такие дела. У нас сегодня солнечно, тепло. Так, здорово, ребята. Завтра должно быть плюс 19 градусов. Или, может, сегодня вечером уже? А послезавтра потом там 20 и даже 23. А потом опять похолодание, опять дожди. Вот такая у нас переменчивая погодка. Ну, погреемся хоть несколько деньков. Здорово, когда солнышко. Настроение сразу хорошее. Но кучки еще снега лежат. Еще не растаяли. Привет, привет, ребята, еще раз. Я уже проводила Диму в поликлинику, к зубному. Сама помыла посуду после обеда. Дима пообедал, я, правда, еще не обедала. Ну, я вот сейчас с вами поболтаю и пойду обедать. Вчера сварила плов. Прям такой вкусняцкий. Крупной соломкой морковку нарезала. Прям много морковки, две луковицы. Рис бурый и на курице, конечно. Вот, сейчас помыла посудку, подшила Диме джинсы новые. Это у него в пузе все хорошо, а ростовка длинновата. Ростовку приходится подрезать. Ну, я сама все подкорачиваю, все подрезаю, все сама. Полотенце шью сама, занавески шью сама.
Поэтому мне как-то несложно. Ну что, девчонки, в поликлинику я больше ходить не буду. Ну, чтобы не подхватить никакую заразу. Ой, вся вспотела. Вот слабость, мучает меня слабость. Вот прям вообще стоит немножко пошевелиться, и все. И я уже вся мокрая. Вот единственное меня вот беспокоит сейчас эта слабость. Вчера очень сильно крутила ноги. Дима вот мне намазал, вначале даже не помогало. А обезболивающие топить нельзя теперь. Так что теперь надо как-нибудь спасаться. Я как-то привыкла, знаете, когда что-то сильно болит, выпила таблеточку и вроде и полегчала. Когда какая есть, то Немесил выпью, Мик уже не помогает. Ой, Найс вот иногда пью. Когда что? Ну, видите, теперь нельзя. Фух, теперь буду сидеть дома. На улице, конечно, гулять буду, да. Вчера не ходили гулять. Вчера, как занялись уборкой после этого приезда, Толя нам тут такой кавардак устроил. Ну, как бы не очень. Ободрал обои в прихожей. Но ничего, это не страшно. Дима все подклеит. У нас есть еще кусочки остались, так что все подклеим. Что кота ругать? Не надо ругаться. Вот, и поэтому занимались уборкой, стиркой, варкой. И я уже так устала, сходила в душ, намылась. И Диме говорю, уже никуда не хочу. А сегодня, ребята, у нас настоящее лето. Так непривычно. Вчера еще была холодина, пасмурно всего, так вообще 4, потом 7 градусов, это потолок. А сегодня утром встали, плюс 12, потом плюс 15. С приема едем, уже вообще плюс 19, сейчас уже плюс 20. Я, конечно, замариновала мяско, не знаю, долго ли Дима будет зубки лечить. Хочу в лес съездить. Может, в лес съездим. Посмотрим. Вот. А по здоровью, ну что, буду надеяться, что не придется меня в изолированный бокс закрывать. Как врач объяснила, что если что-то со мной будет плохо, то меня нужно закрывать в изолированный стерильный бокс, чтобы я не подхватила всяких вирусов, каких-то грибковых, еще там каких-то, но в голове все вот так вот смешалось, ребята. Буду стараться, ношу маску, везде ношу маску. Теперь по максимуму, конечно, я, вернее, по минимуму буду ходить в магазин. Сегодня вот Дима в два магазина ходил один, мяско выбирал один, и потом Восточный базар ходил, купил мне опять курагу, чернослив, папайю, финики, чего-то там еще купил. А, орешков, кешью. Вот, так что буду стараться как-то хоть немножко-немножко поддерживать лейкоциты, чтобы... Как доктор говорит, ну что, санрейсом или как-то санавиацией закажем вам лейкостим. Но, говорит, конечно, не хотелось бы вас колоть. Будем надеяться. Так что мне сейчас дали направление до 31 пока апреля. Буду ходить только сдавать кровь и на телефоне. С доктором будем созваниваться, что и как. Так что, ребятки, я очень надеюсь, что все обойдется, что все будет хорошо, что я справлюсь. Вот такие дела. Так что у нас лето, будем наслаждаться теплом. Вроде как недолго, и оно у нас в лето будет всего, наверное, по-моему, там 3 дня, а потом опять дожди и похолодание. Вот так вот. Все, мои хорошенькие, я желаю вам прекрасного денечка, замечательного самочувствия еще раз. Пойду я обедать,
Всем приятного аппетита, всего-всего вам самого-самого хорошего. Целую вас и обнимаю. С вами была ваша Леночка. Пока-пока!